А как тут моя малышня? Как вы тут сами? Справились? Все хорошо, не замерз, никто? Я им поставила лоточек, чтобы они там спали, а они не захотели. Так, давайте глянем, как у вас тут. Корм хватило, все хорошо. Ну, воды точно хватило, вы пока еще мало выливаете. Чего боитесь? Чего испугались? Малышатки. Ну, как-то сильно вы не подросли за 2 дня. Почти такие и остались. Привыкали пока, да? Мало кушали. Вот так мы водичку пьем. Такой малыш самостоятельный. Молодечек. Всем сразу захотелось, конечно. Так, это вам сегодня уже 6-й день, наверное. Ой, кто так бегает красиво, не успела снять. Можно на бис, пожалуйста, повторить? Ох, как вкусненько. Комбикормик. Да, вот так вот в теплое время года. Милое дело утятками заниматься. И помню, как я весной мучилась с бегунами. Это жутко было. Сколько они воды разводили в сарае. На улице еще холодно было их держать. С квочкой. Ой, кошмар. Все мокрые. Грязные. Все не знала, куда их расселить. А тут вот. Милое дело. Ведро воды залил. Корма засыпал. Все, раз в неделю тут вычистил. И красота. Вообще никаких проблем. Прелесть.